Юр, ну улыбнись. Нет. Юр, ну улыбнись для бабушки. Ну вот, другое дело. Бабушка любит, когда ты улыбаешься. Всем привет, с вами Фрост. Знаете, я вчера весь день угорал над одним приложением, но это не суть. Если вы смотрели мой инстаграм, то видели там парочку фоточек. На самом деле, их было целая куча, и не только меня, но это не важно. Сейчас вам все покажу. Зашло настолько, что я даже решил записать по нему ролик. Я надеюсь, вам понравится этот ролик, поэтому быстро поставь лайк! Быстро мне забери лайк и продолжил просмотр ролика. Спасибо. В общем, первое, нам нужно... хорошая, какая-нибудь милая, интересная фотография. Ну, это сейчас мы сделаем, сейчас. Где моя прекрасная... Вот, выбираем мою прекрасную фотографию. Думаем о прекрасном несколько минут, пока она не обработается. Теперь вашу рожу можно исправить. Например, можно заставить вас улыбнуться. Если ты такой засранец, не любишь улыбаться на фотографиях, то это приложение тебе поможет. Пожалуйста, ваша бабушка всегда может насладиться улыбкой внука. Только предупредите бабушку, чтобы она это приняла что-нибудь для нервов, там, для сердца сразу, только потом показывать такие фотографии. Ребят, я стареть не буду, это какая-то жопа вообще, это просто не, можно сделать себя... юнцом, школьником, what the fuck, мазафак, что такое? И самое интересное, можно сделать себя девушкой, ну, либо если ты девушка, можно сделать мужиком, но там большие проблемы с длинными волосами, получается ересь какая-то. Но нас это не касается, мы будем делать девушку. И что же мы будем видеть? Ух ты ж, ё-мо! Почему у неё такая рожа? Почему такая рожа? Ну давайте сделаем нормальную милую фотографию. Почему тут такая харя? Я не умею быть милым. Парень, вышел, папа. Ты иди в задницу! Я пытаюсь быть милым, идиоту! Отстань от меня, блин! Ну я пытался. Я не знаю, может быть он сочтет меня милым и сделает из меня нормального человека. Я пытался быть милым. Я очень пытался. Ну ладно, надо достаточно нормально получилось. Кстати, реально похоже. Обычно он мне делает что-то совсем не похожее. У меня даже улыбка это идет. А вот деда мне вообще не идет быть. Я слишком стар. Там, господа ученые, пожалуйста, быстро изобретайте. Быстро, блин, изобретайте средства от старости. Я не хочу в такое превращаться. Нет, спасибо, не хочу вообще. Посмотрим, как он справится с моей брутальной фотографией. Я тогда было делать вот эти брутальные фотографии, которые я делал для приложения, которое должно было меня побрить. Так, вот это вот, брутальная фотография. Нормальная такая, нормальная пацанская фотография. Хер ты меня сделаешь милым здесь. Никакой милости здесь не будет. Ты меня понял вообще? Ты даже улыбку мне не сможешь приделать. Не то, что там, да я состариться не смогу. Ах ты ж как, а улыбка-то мне идет. Да как, что ты такой стрёмный идея? И самое интересное... я бы не вдул. Вообще ни разу. Я бы увидел, вот такие только в качалках ходят, они там грифы ломают, там я не знаю, что они там себе колят, я не знаю. Вот такая подойдет, спросит, долго тебе приседать? Ты все такой, я закончил, все, приседайте, пожалуйста, я пошел. Блин, там скулы круче, чем у меня. Я здесь самый безобидный. Вот моя оригинальная фотография, серьезно, самая безобидная из вот этой банды. Это просто, знаешь, серьезно, банда. Разыскивается банда из 4 человек. Я, кажется, нашел топовые фоточки у меня в галерее. Ох ты ж, нифига себе, что сейчас будет? Что сейчас будет? Да вы... Я, честно говоря, я сам в шоке, что из этого может получиться. What the fuck? Я говорю, мне дедом вообще не идет быть, мне нельзя стареть, ребят, нельзя ни в коем случае. Что? Так, давайте еще мы более адекватные. Так, например,
что более адекватное выбрать? Я сейчас тебе выберу адекватное что-нибудь. Ты у меня офигеешь. Давайте вот это прекрасные фотографии. У меня получится прекрасная девушка, красавица, и всем будет нравиться. Но все нахрен все пойдут, потому что нет ее, наверное. Да что ж ты бороду, ты что не убрал? Ты что такое вообще? Что с подбородком стал? What the fuck? Я хочу нормальную себе милую фотографию, такую, что прям, ну ах, какая была конфетка, а? Ну что ты мне не делаешь-то? Так, давай улыбочку мне, пожалуйста. Так, улыбочку, пожалуйста. Даже усы все ушли, все усы брать, да? Слушай, вообще красотку сделать, прям, ах, девочка, красавица, слющего хваща. Жесть. Так, ладно, давайте сделаем какую-нибудь ТП-шку там прям. Попробуй мне теперь здесь улыбку сделать. Сможешь мне? Сможешь ты мне сделать здесь улыбку или не сможешь? Ну-ка, давай. Ну-ка, улыбочку мне, улыбочка на миллион. Ты идиот! Ты идиот! Я не могу с этой фигни вообще, что ты делаешь? Ну чё, как стрёмно. А где это ТП? Слишком, видимо, вульгарно. Я губы сделал. Надо исправить это все дело. Дедбой. Вот, ну вот смотри, вот явно вот. Видите, как его заставили улыбаться? Он явно не хотел улыбаться. Ух ты, сейчас мы тебя закосплеем нормально. Давай, заставь меня улыбнуться. Паскуда. Годный косплей, определенно годный косплейчик. What the fuck? О, да знаете, что я вам сейчас покажу? Вы не знаете, что я вам сейчас покажу. Вы сейчас... Да. О, да. Мне кажется, он недостаточно улыбается. Ну, покажи зубы, Сань, покажи. О, молодец, показал зубки, молодец. А каким Саня будет, когда старым? Почти уже. Нет, Сань, лучше оставайся таким, каким мы тебя любим. Оставайся таким, как есть. Не надо тебе пол менять. Вообще не стоит. What? Почему я толстая эмо? И почему у меня половина шапка? Например, вот так. Вот так вот. Сейчас давайте попробуем, что он сделал вообще. What the fuck? Что я сделал все на башке? Ладно, гнездо какое-то. Ай, красавчик. А, смотрите, уже другая девушка стала. Нормально. Всем привет, с вами Фрост, и сегодня я буду пи***ть за газон, ёпта. Улыбка нам никогда не помешает. Ах, красавчик какой, прям на обложку журнала. А вот эту на обложку журнала Forbes. А вот это... Теперь давайте сделаем косплей на Пахома. Я не помню, как он делался, но я попробую. Чё-то не похоже. Не, кажется, годного косплея можно не ждать. Надо самого Пахома взять, значит. Если не получается спародировать Пахома, возьми самого Пахома. Чисто конская улыбка, но нет, девушка не зашла совсем. Чё-то не вышло у него. О! Красавчик, сейчас какую девушку мы из него сделаем, сейчас мы такую тебе пластическую операцию сделаем, слушай, доктор Барменфрост, сейчас тебе, о! Не похож, тебе это не поможет, а вот улыбка тебе вообще идет, ой, жесть какая-то, он стал похож не на девушку, а на ребенка. Фу, выдохнули. Ну что ж, ребят, на этом все. Конечно, вчера вечером у меня с этого приложения намного больше перло. Сейчас я уже немного наглумился, насмотрелся, привык ко всей этой жести. Но надеюсь, вам тоже было весело. Вы уже поставили лайк этому ролику, поделились этим роликом с друзьями. И, конечно, подписались на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайте всех друзей на мой канал. Всех подписывайтесь на мой канал. И ставьте много лайков. Мне будет приятно. Я даже вам скажу спасибо. А на этом все. Всем удачи, всем пока.